Артисты студии «Пехлеван» приняли участие в шоу «Талантов лучше всех». Руководитель дагестанской цирковой студии Асхабали Гасанов получила от организаторов телепрограммы приглашение для участия в шоу еще в конце мая, основным условием которого было возрастное ограничение у детей до 12 лет. И вот уже в это воскресенье на Первом канале можно будет посмотреть выпуск программы, а сразу после эфира откроется голосование за участников, которое продолжится до 11 утра следующего воскресенья.